Чёрт! Ух ты, ёлки! Да ничего не видно вообще! Ты, господи, боже мой! Ау! Ух. А ведь представляешь, да? А ведь некоторые люди вот так вот всю жизнь живут, как будто в темноте, ничего не видят. Дело в том, что сегодня Всемирный день слепых. Эта дата призванная обратить внимание на проблему незрячих людей, на тех, кто лишился зрения навсегда, на тех, кто оказался в очень сложной ситуации. Ну, а у нас вообще сегодня пятница 13-я, поэтому, во-первых, об этом поговорим, а во-вторых, сегодня так уж получилось, у нас сплошные танцы. Да. И сегодня в программе грандиозный аквамарафон. Что это такое? Зачем в нем принимать участие? Раз, два, три. Раз, два, три. Профессионал научит, как танцевать венский вальс правильно. А балерина, я надеюсь, научит нас стоять на пуантах. Андрей удивился, что мужчины не танцуют на пуантах. И, конечно, поговорим о трудностях профессии. Боятся ли наши зрители пятницу 13-го? И кто из ведущих проиграет пари? Мы его сегодня обязательно заключим. Инструментальная музыка в исполнении группы Digital Digital. Ну и, конечно же, традиционный, пятничный, пусть и безалкогольный, но вкусный коктейль. Ну что, назад в темноту? Ух, ну пойдем. Ты осторожней только. Голову береги. В эфир же пойти скоро. А я... Ой.